Таиланде. В течение дня идет такие вот интересные лодочки, украшают их цветами, свечками, романтическими палочками. Просьба у матери воды, чтобы она забрала все несчастья, которые были в прошлом году и которые стоят, и опускают воду. И вот эта вот красота, она отправляется в плавание в реки, в океаны, в моря, что находится поблизости, в том месте, где живут люди. Это очень интересный, красивый, яркий, необычный праздник. В честь этого праздника мы решили сделать акцию, и всем, кто оформит заказ сегодня и в ближайшие дни, получит подарок вот такую вот цветную свечку, которая символизирует Лоид Ротонг. Мы решили пустить наши ротонги, чтобы они поплыли по всему миру. Ротонг переводится как лодочка. И каждый, кто оформит заказ на нашем сайте сегодня и в последующие дни, получит кусочек тайского праздника. Также я подготовила для вас очень интересные традиционные тайские подарки. Заходите по ссылке внизу видео, чтобы узнать полные условия акции в честь Лоид Ротонга. Основное действие будет вечером, а сегодня так, днем репетиция, чтобы дети почувствовали праздник, увидели, как это все делается. Можно сказать, генеральная репетиция перед вечерним шоу. Давайте все, пока.